наступил. Снова наступил 2023 год. Чему мы и рады. Делая выводы о прошедшем годе, 2022, первое, окончательно убедились, что полностью посвятили себя копу, поиску по Средневековью. Нам это более интересно, хотя находок меньше. Ну и, конечно же, лес. Лес, конечно, ну, дарит ощущения совершенно другие, нежели ты по полям лазишь. Почему? Когда ты постоянно в лесу, душа насыщается. Вот. Второе, естественно, много новых знакомств в этом году. Чего я, в принципе, и вам желаю. То есть обязательно новые знакомства, обязательно новых людей, общения побольше. Всегда интересно. Вот. Ну что, хочу я поздравить вас с Новым годом традиционно. Пожелать вам счастья, здоровья, удачи, успехов, мира, конечно. Всего-всего, что вы сами себе можете придумать, хочу вам пожелать. Спасибо, что были с нами в этом году, да и в тех предыдущих, что смотрели наши ролики. Другая жизнь будет продолжать вас радовать. Кстати говоря, не забывайте, что у нас есть еще канал с музыкальным творчеством. Ссылочки всегда в описании есть. Кому интересно, кому музыка зайдет, добро пожаловать. Мы только рады. Периодические концерты бывают как бы живые, поэтому всех приглашаем заранее. 27-го будет, кстати говоря, в Москве в книжном клубе «Гиперион». Я потом афишку повешу на каналах. На этом еще раз хочу всех поблагодарить, что были с нами. Еще раз всем здоровья и пока.